Вітаю в прямому ефірі «Тема дня». Я Федір Бондар. Сьогодні будемо говорити про підсумки голосування миколаївців і всієї України в другому турі президентських виборів. Отже, у нас в гостях політтехнолог, координатор програм Комітету виборців України Миколаївської області Олександр Хмановський. Вітаю, Олександре. Доброго дня. Телефон студії. Ми працюємо в прямому ефірі 76-92-33. Якщо є запитання, побажання по темі сьогоднішньої програми, будь ласка, телефонуйте. У вас є приблизно 25 хвилин. Ну, перше запитання, можливо, в чомусь банальне. Що саме призвело до таких результатів виборів? Але постарайтесь не на всю програму, бо ще є питання. Ну, ізначально, треба говорити про те, що ми отримали ті результати, які ми отримали, тому що Україна є демократичною країною, в якій чесні і свободні вибори можливі і проходять. І іменно тому, несмотря на те, що діючий президент завжди облічений определеною властю, адмінресурсом, силовиками і так далі, да, опозиційний кандидат, як ми бачимо, набрав 3/4 голосів. І це прекрасно в тому плані, що це очередне доказательство того, що Україна йде своїм путем демократичним, європейським, і у нас є свобода. Я пропоную колегам показати на екрані підсумки голосування по Миколаївській області, попередні і навіть досі ще не в повному обсязі, близько 2,5% голосів, досі по 127 округу ще не досліджені, не знайшли відображення у цій інфографіці. Так, до речі, дякую нашому колезі Ігорю Горбатенкові. Отже, станом на 19 години сьогодні без 2,3, здається, вже запутався. Коротше кажучи, майже 100%, але ще не повністю, 85,5 на 12,5%. Це дані по Миколаївській області. Це, в принципі, відображає електоральні настрої? Да, я думаю, да, в Україні, наскільки я пам'ятаю, останні там двохчасової давності дані 73% за Володимира Зеленського і 25% за Петра Порошенка. Остальное, я так понимаю, это испорченные бюллетени и так далее. Пока что. Либо необработанные данные. То есть это, я думаю, отображает электоральную картину. То есть определенный феномен, так называемый, Зеленского. Об этом можно многое говорить. Но, повторюсь, я бы сконцентрировался на том, что несмотря на все высказывания о неких автократиях, о неких режимах и преступных режимах, мы получили ситуацию, что выборы были одни из наиболее спокойных, а может быть и самые спокойные, и самые честные в історії незалежної України, разве що з 2010 роком можна сравнити. Якби це було в першому турі, то це значило б, що у нас, мабуть, не зовсім демократія. Да, да. Но сейчас, хотя, с другой стороны, надо понимать снова таки, что такие высокие цифры, то есть такой большая дистанция между кандидатами, это плохой очень знак, это символ или автократии, автократического режима в стране, либо же очень серьезных проблем с самим обществом. Потому что в странах с развитой демократией, да, разрыв может быть 10%, 15%, 20%, но когда это 3/4 избирателей против 1/4, и нету диктатуры, как у наших соседей тех же, где 85% за действующего президента, то это символ серьезных проблем в обществе и, конечно же, проигрыш действующего президента именно с таким разрывом – это сигнал о том, что страна двигалась не тем путем, наверное, и общество сильно недовольно теми процессами, которые происходят. Те, що після першого туру Петро Порошенко зміг додати лише близько 3%, там було 9 з копійками, здається, так, по Миколаївщині в першому турі. Я більше смотрел в розрізі країни. Здається, було 9, тобто, ну, 3, можливо, 3,5% лише зміг додати. Це, ну, як на мене, дивно, тому що... А з іншого боку, це може говорити про те, що ідеологія не була такою важливою у цих виборах. Прагнення, наприклад, на захід або на схід, або не було чітко визначено плани одного з кандидатів. І в першу чергу люди сподіваються на краще, знаючи, що ось цього кандидата ми знаємо,
мені не сподобалось, так. Цього ще не знаємо, але є якась надія на краще, тобто ну, те, що називали в тому числі і кіт у мішку. На самом деле, очень интересная ситуация на этих выборах, и мы видим то, что на самом деле вот эти вот 85% в Николаевской области или 73% да, в Украине, это так называемый протестный электорат, который считает, что мы идем куда-то не туда, да, и они голосовали на самом деле во многом против Порошенко. И их выбор был против Порошенко. С одной стороны, да, это неплохо. Я в эфире вашего же телеканала говорил, что политиков надо наказывать, и за ошибки они должны платить тем, что голоса избирателей уходят другому кандидату. С другой стороны, мы, если посмотрим на аудиторию Зеленского, то есть избирателей, мы увидим такую, знаете, картину а-ля 17-й год, когда царя свалили, но на самом деле... 1917, да, пардон. Но на самом деле вот эта вот масса антимонархистов представляла собой абсолютно разнородные течения, разнородных людей, зачастую с диаметрально противоположными взглядами. И мы получаем через 102 года, мы получаем абсолютно такую же ситуацию, когда за Зеленского голосовали патриоты и солдаты, которые прошли АТО, потому что он за Украину... И голосовали откровенные прорусские настроенные, пропутинские настроенные люди, потому что вот теперь Зеленский договорится с Россией, война закончится. И таким образом голосовали те, кто против продажи земли, и голосовали те, кто за продажу земли, тот, кто против предпринимателей, тот, кто за предпринимателей. И сейчас сам Зеленского на самом деле очень жаль, потому что он попадает в ситуацию, когда его аудитория, это люди, которые требуют от него противоположных вещей. И ему необходимо считать, чем пожертвовать. Но жертвовать он будет в любом случае. И однозначно, что какое бы он решение ни принял, так как у него не было никакой идеологии фактически, не было никакой платформы, кроме «я за все хорошее против всего плохого», что бы он сейчас ни начал делать, рейтинг недовольных его решениями будет только расти. То есть сейчас он может только терять. Ну, а вариант ничего не робити теж не пройде. Да, потому что да, он потеряет всех, потому что все от него ждут. И надо понимать, что мне же, еще раз говорю, мне его очень жаль, потому что все ждут очень быстрых решений. И все ждут эффекта. Потому что если мы вспомним, за Петра Алексеевича в 2014 году проголосовало огромное число людей. То есть ситуация похожа. И от него ждали реформ, быстрых результатов, окончания войны, роста экономики, что мы сразу начнем ездить на Канары, летать с персональными самолетами, и ничего не получилось. И мы видим, какой сейчас негативный рейтинг. У Зеленского это произойдет намного быстрее. И отток избирателей, и рост негативного рейтинга. Напередодні другого туру наші колеги поцікавились на вулицях Миколаєва, у пересічних, в принципі, громадян. Зрозуміло, що це... не репрезентативна добірка, це просто зріз, можливо, такий думок суспільства. Наші колеги Ольга Руда, Анета Рашевська та Юрій Руденко запитували миколаївців, чи визначилися вони, за кого вони будуть голосувати, питали мотивацію, чому саме за цього кандидата, і потім цікавились, що вони робитимуть, якщо їх кандидат не виграє. Отже, три такі підбірки зараз ми будемо по черзі пропонувати. Спочатку послухаємо мотивацію тих, хто планував голосувати за Володимира Зеленського. Власть, яка вже роками, десятиліттями знаходилась, всі ті політики, які знаходились при власті, я ні разу не бачив, щоб вони зробили щось для людей. Тобто вони просто розділяють між собою портфелі, фінанси. И время от времени то объединяются, то обливают друг друга грязью. Поэтому считаю, что эту власть надо ну, в большей части менять, чтобы приходили новые люди, честные, порядочные. Надо идти голосовать. Из двух, как кажут, зол выбрать краще. Чи не секрет за кого? Ну, Зеленського. Чого? Він молодий, я думаю, у нього плани якісь добрі, добрі наміри. Він себе не дуже піарить. Почему я за Зеленского?
Ну, какая-то надежда, что есть это самое. Что он все-таки, я думаю, наберет не только со своих родственников, со своего квартала. Вот. Он наберет, я думаю, так, как он говорит, со всех областей Украины, выберет специалистов, а не кумовей. Цілеспрямований і людина, яка дотримується обіцянок. Десь, скажімо так, з чувством юмора. Розумним. Кого ви будете голосувати? Зеленський. А чому саме Зеленський? Ну, тому що, мені кажеться, умним, чесним, порядочним. Зеленський, звісно ж. Нове віяння, но хочеться щось, щоб було змінилося в країні. Ну, я думаю, що все-таки надія є на нього. За Зеленського. А чому саме за Зеленського? Тому що політиків було багато у нас, а юмористів ще не було. Побачимо, що буде. Ні один, ні другий кандидат мене, звісно, не устраивает. Но, як говориться, з двох зол вибираємо менше. Лучше пусть буде Зеленський, чим Порошенко. Да, за Зеленського. А чому саме за Зеленського? Тому що нова личність, яка ще не воровала. Ну, наскільки це відповідає вашим дослідженням, саме така мотивація? Так, да, це абсолютно прекрасна підборка таких стандартних аргументів, які використовувала, по крайней мере, в публічній риторіці, в личних бесідах, аудиторія, яка впоследствии проголосувала за Володимира Зеленського. Примерно. Є ще там цілий набор штампів, ну, це, в принципі, показательно достатньо. Ну, тоді пропоную послухати мотивацію тих, хто планував голосувати за Петра Порошенка. Схиляюсь до Порошенка. А чому саме за Порошенка? Тому що я знаю, яка у нас зовнішня політика, я знаю Конституцію України. Все. За Порошенка. Чому? Чому? Тому що вважаю, що на теперішній час це найбільш здатна кандидатура. І я не повністю задоволений його правлінням останні 5 років, але порівняно з іншим кандидатом він для мене більш прийнятний. За Порошенка. Тому що це єдиний президент, єдиний керівник України за останні, мабуть, 300 років, який стільки зробив для української нації, який стільки зробив для України, для української незалежності, для української ідентичності. Більш ніхто не зробив стільки. Тобто все, що ми зараз маємо, і авторитет України як незалежної держави на міжнародній арені, і наша незалежна церква, і справді безпроможна і дуже сучасна армія. Ну, прокоментуйте мотивацію прихильників. Ну, знову таки ми бачимо, да, класичну аргументацію сторонників бывшего уже, наверное, или пока еще действующего президента. То есть у вас получилось, в принципе, достаточно репрезентативная выборка на самом деле. И вообще эти выборы, они очень четко провели границу. То есть очень есть четкий набор аргументов с одной стороны и очень четкий набор аргументов с другой стороны. Если раньше, ну, были более размытые какие-то понятия и очень много было колеблющихся, то сейчас этого нет. А база под этими аргументами достаточно мощна? Я бы не хотел бы развешивать ярлыки какие-то, но на мой взгляд, если говорить про идеологическую именно платформу, формальную, мы не говорим про реальность, то, конечно же, у сторонников Порошенко больше логичной аргументации, то есть, по крайней мере, какой-то действительно аргумент, базирующийся на фактах, предположениях, снова-таки, но конкретных. Сторонники Зеленского – это больше эмоциональное, и как раз то, что я говорил о том, что они из разных абсолютно диаметрально противоположных миров, просто светоглядов, это как раз и доказательство того, что команда Зеленского провела достаточно великолепную работу, политтехнологическую избирательную кампанию, выстроенную таким образом, оперируя такими слоганами, оперируя такими мессенджерами, что одним и тем же мессенджером оперировал и сторонник России, да, который хочет потери независимости Украины, и защитник Украины, который проливал кровь на фронт и защищая ее. И они говорят об одном и том же. Я считаю, что это прекрасно, ну, с точки зрения технологий.
Я зараз попрошу колег показати ще один слайд. Там історія виборів президента на Миколаївщині, тобто в різні роки, починаючи з 1994-го чи навіть 91-го, кого підтримували саме миколаївці. Є у нас така ще інфографіка, що можна вивести на плазму. Так. Ми були тривалий час так званим, ну, в червоному поясі, так, потім в білосиньому. Зараз, напевно, що якось це розмилося. Як змінюються електоральні уподобання миколаївців? Чи можете ви простежити напрямок? Ну, ми на самом деле постепенно, ну, после 2010 года, после Януковича, мы на самом деле постепенно теряем вот это пророссийское большинство, мы теряем откровенных сепаратистов и откровенных врагов государства. Не так быстро, не так много, как мне бы хотелось, наверное, как хотелось бы многим патриотам, но все равно нельзя говорить о том, что мы вот как Восток какие-то там, яркие фанатики. К сожалению, то, что снова-таки у нас такое разделение Зеленский-Порошенко подвергает сомнению, но с другой стороны, снова-таки я хотел бы озвучить, вот буквально сегодня мы разговаривали с товарищами, я говорил о том, что эти выборы, они не политические, их нельзя объяснять политическими или политтехнологическими только инструментами, фактами, это выборы психиатрические. Население и этот рядовой, да, пересеченный выборец, он настолько устал от всего, настолько у нас большое напряжение было за годы войны и тысячи, да, погибших людей, настолько большое было ожидание после 13-14 года, что вот эти все жертвы, они были не зря, и настолько все-таки действительность отличается, потому что, ну, не получается, да, все сразу и быстро. И у нас остается высокая коррупция, мы видим высокую преступность, мы видим бездействие полиции во многом, мы все это видим. Что люди выключили рацию, и включилась уже психиатрия. И мы начали верить искренне в то, что вот внезапно 40-летний мальчик без опыта сможет прооперировать эту страну. Поэтому мы можем очень много говорить про политтехнологии. Но на самом деле корни надо искать в психиатрии, потому что это, ну, как бы выбор нездорового общества. Все-таки... То точно вы перебрали, не психоаналитика, все-таки это психиатрия. Нет, это уже не психоаналитика, это уже психиатрия. Это снова-таки я повторю, это нормально. В тех условиях, в которых живет наше общество, с тем напряжением, с той пятилетней информационной войной, когда нас расшатывают с разных сторон, когда потоки информации прямо противоположные, когда непонятно, да, и международное сообщество, которое вроде нас поддерживает и вроде как глубоко обеспокоено, и когда непонятно, что будет дальше, люди начинают, мы уже говорили, кажется, в прежних передачах, в сложные периоды начинают разрастаться секты, люди начинают просто верить в каких-то мессий, в чудо и так далее. Это реакция психики на стресс, на постоянный стресс. И вот общество дернулось в мессию. То есть это мессианство. Ще один фрагмент бліц-опитування, який провели наші колеги. Кілька відповідей на запитання, а що ви робитимете, якщо ваш кандидат не переможе? Будь ласка. Ничего не делать. Но вряд ли он не выиграет, потому что Порошенко много не поддерживает людей нынче. Потому что страну загубил. Просто нас. Жить будем, вешаться не буду. Не волнуйтесь, это самое. Нам-то осталось уже, это, уже восьмой десяток, а что? Не будет же конец света на это. Ничего, жить далі. Ну, скорее же, десь в 21-му році приїду в Чехию. Я думаю, что конец света не наступит. Будем жить дальше. Будем смотреть, а что мы должны делать. От нас разве что-то зависит. Ну, ось такі відповіді різні. Хіба від нас щось залежить? Ще раз про вчорашній день. Ну, можете прокоментувати? Жизнь продолжается. Это на самом деле снова-таки штамм. И понятно, что штамп классический. И то, что его используют, это снова-таки подтверждение того, что выборы были психиатрические.
Життя продовжиться, але для когось воно продовжиться в іншій країні, тому що... Ну, це знову-таки нормальна реакція. Точно так же, як і після 2014 року уїжджали, і після 2010 року уїжджали, і в середині 2000-х, це нормально. Якщо повертатися до вчорашнього голосування, чи бачите ви значну розбіжність по округах? Ну, ви пам'ятаєте, звісно, що Північний Захід, 132-й округ, він завжди був більш демократично, да, можна так сказати, проукраїнський, більш демократично налаштований. І саме там відбулись події у 2012 році, коли фактично просто вкрали нахабну перемогу в одного з кандидатів. Це було видно по сайту ЦВК за кілька годин. Просто поперекидали голоси від кількох кандидатів одному, і все змінилося в результаті. Чи можна говорити, що розбіжності серйозні? Ну, ось я бачу станом, ну, ті ж самі 99,67 бюлетенів враховані. Від 82,61 на 132 окрузі до 87,05 на 128 південному. Це здається Миколаїв безпосередньо 128. Ну, 5% это... Тобто розбіжність 5%. Це вже невелика? Ні, абсолютно, це абсолютно нормально, з учетом того, що 132 знову таки більше, да, проукраїнський, він більше розуміє. Ми бачимо, як чим ближче к Западній Україні, да, тим падає, більше падає процент голосуючих за Володимира Зеленського і росте ті, хто голосує за Петра Порошенка. І це, мені здається, якраз обусловлено определеними ідеологічними аспектами. 132 округ северная часть області завжди була більш проукраїнська, тому тут, я думаю, сыграла більшу роль внешня політика действующего, пока еще действующего президента, и поэтому там Зеленский набрал чуть-чуть меньше. Ну, снова-таки 5% даже, это можно не говорить про разницу какую-то. До речі, бачу сьогодні підсумки голосування в Миколаївському СІЗО. Там значно менший показник діючого президента. З 236 виборців лише 12. До нього. Я знову хочу найти позитивні, да, сторони і обращаю внимание на те, що це унікальні вибори, щоб ті органи власті, да, или організації, які повністю залежать від діючої влади, щоб вони голосували настільки свободно, плюс ще й проти діючого президента. То есть раньше, да, тюрьмы всегда голосовали так, как скажет власть. Воинские части голосовали так, как скажет действующая власть, естественно, задействует. Посмотрите, даже солдаты, да, и то там разделились 50, условно там 50 на 50. То есть никто никого не принуждал, это хорошо. Мы должны сохранить это, и те избиратели, за кого бы они сегодня вчера не проголосовали бы, они должны запомнить это. И они должны отстаивать наше право и свое право жить в той стране, где можно свободно отдать голос против действующего президента за абсолютно любую фигуру, даже если это просто артист. Ну и, знову ж таки, чего нам чекати далі? Як ви бачите, що може змінитися для миколаївців? Можливі кадрові зміни? Кадрові змінення в любом случае, естественно, произойдут. Пришли на новое течение, новая группа людей, которые будут, естественно, расставлять на ключевые места своих людей. Мы видим... Прогнозов у вас немає по прізвищам? Нет, по конкретным персоналям я вам не скажу. Я вижу, конечно, как последние там, 3 недели и действующие политики, и многие бизнесмены, и общественные активисты просто, как мы говорим, переобувались в полете, зеленели как только можно и становились... и просто главами партизанских отрядов, которые всю жизнь боролись с преступным режимом. Естественно, мы это оцениваем, я это оцениваю как желание показать свою лояльность победившему кандидату и получить, урвать свою долю, получить свою должность, получить свое влияние и так далее. Поэтому однозначно, если команда нового президента будет достаточно умная, она будет раздавать, снимать старых, раздавать должности вот этим лидерам общественного мнения, дабы их успокоить.
И надо понимать о том, что сейчас вся работа будущего президента и его команды должна будет направлена на взятие парламента, потому что парламентские выборы осенью. И как мы видим, да, на примере того же нашего города Сенкевич горсовет, когда у Сенкевич лидер, по сути, президент, но у него нету своего горсовета, и у них беспрерывная вражда. Точно так же, если Зеленский не возьмет парламент, у них будет точно такое же противостояние между президентом и Верховной Радой. Действующий еще возьмет, будет история с Януковичем. Самое страшное, друга. Если он возьмет, а предпосылки есть тому, что он может взять, я думаю, от 30 до 50% парламента при разных сценариях, то мы подойдем вплотную к возможности диктатуры. Да. Когда, как в Николаеве в 2010 году, когда у нас был мэр прорегионаловский, и более 50% горсовета были представителями партии регионов, то есть абсолютная власть была в их руках. То есть поэтому сейчас, снова-таки сегодня Порошенко заявил, или вчера, я уже не могу сказать о том, что он не уходит из политики, я думаю, будет до осени мы увидим серьезнейшее противостояние, потому что то, что нельзя дать Зеленскому взять парламент, понимают другие политические силы. В то же время Зеленский понимает, что ему нужно взять парламент, поэтому будут идти беспрерывные политические войны, да, и противоборство для того, чтобы не допустить консолидации власти в одних руках и снова-таки остаться в власти для других политиков. Півхвилини. Які є перспективи для того, щоб примирилися прихильники різних кандидатів, адже напруга інколи доворожне щодо подолання? Никаких позитивных предпосылок нет, напряжение будет, эскалация будет продолжаться. Я считаю снова-таки то, что ситуация нерешима, и все хотят каких-то быстрых решений, результатов которых не может быть. Я уже писал прогноз, что 2021-2022 год будет очередной взрыв напряженности вплоть до революции. Ну, ось так от ми в кінці не зовсім оптимістично, і тим не менш. Будемо зустрічатися, розкажете докладніше. Дякую за бесіду, дякую всім, хто був з нами. Побачимось.